идет приготовление. Первым делом казан под кашу. Затаскали дров. Тут потайной уголок есть, в котором готовят еду, пьют чай. И вкусно пахнет. Да, я машут. Здесь будет наш основной костер. Расчистили футбольное поле бывшее или поляна какая-то была. Ну, наверное, футбольное. Там вот заросшая баскетбольная площадка. А, точно футбольная, вот они ворота. А вон там люди. Поближе к каше все собрались. Видишь? Набежали на запахи-то. Сегодня у нас ветер, но солнышко есть. Так что праздновать будем по полной. Ветер просто ужасный сегодня. На озере. Вот летом осенью мы праздновали здесь. Тут у нас палатки стояли. А вон там вот на полянке был костер. Здесь мы купались. Так, бежим, догоняем, догоняем. Стоп, ты выиграл время. А вы хитро встали, потому что... Скоро, скоро. Поехали, марш! Скакать как нравится! Так, так, так.
Кто-то горит уже, пахнет. Замерзла? Василий выбрал. Заходи в дом. Или не осталось.
тихо. Тут я сижу. Я же говорю. Надо собираться чаще. Надо дружить друг с другом, дружить со всем миром. Надо, чтобы кругом был мир, дружба и любовь. Разошли. Нормально. Ура! Ура! О, пришли. Не сильно торопитесь друг за другом. Ура! Освещать. Володя прыгает. Ура! Молодец. Тихон радуется, накручивает там обороты.